Коллеги, добрый вечер. Мы начинаем пресс-конференцию после первого чтения классного тайлайна. Вам интересного тайлайна Томилянца. Готов подвести итоги игры. Томи, пожалуйста, ваш комментарий. Спасибо. First game today, and we knew that we have a good opponent, and they played like we expected, and we started a little bit slowly today. I don't know why. We were not ready for the level of the game today. But I think second one we scored for our first goal, and we had a good momentum. But then third goal, fourth goal was like a really, really, they were bad for us. And after this one, opponent defended well, and game was done. But big picture, like I said, hey, that was only first one, and I think we have Friday we go again. Ну что ж, мы прекрасно понимали, что нас ждет сегодняшний очень сложный соперник. В принципе, игра проходила по тому сценарию, который мы предполагали. К сожалению, мы, пока сложно сказать, почему, медленно начали матч. Затем, не были готовы к уровню вот этой борьбы высокой. В втором периоде мы смогли одну шайбу отыграть, хорошо у нас все стало получаться, однако затем пропустили третий совершенно ненужный гол, четвертый следом. Соперник при этом очень хорошо защищался, и я думаю, что в этот момент уже была игра сделана. Но если смотреть на картину в общем, то это лишь первый матч серии, поэтому в пятницу все для нас начнется сначала. Спасибо, коллеги. Пожалуйста, задавайте свои вопросы, представляйтесь. Здравствуйте. Давайте начну я. Азамат Шелуков, медиакарсеть. Первый вопрос. Вы можете это поражение назвать тактическим? Нет, я считаю, что это было тактическое поражение. Считаете ли вы, что нужно давать больше времени четвертому звену? Они пока явно опаснее, чем первое. Что не получается у первого звена? Already before, really well. I'm really satisfied. On first line, like all lines too, we need to play more aggressive. We need to get in because opponent defending well. We need to pay the price if we're going to score a goal. So, but like I said, that was the first game. Я с вами согласен, да, что четвертый звено себя сегодня хорошо проявило, как и до этого в предыдущих играх. А что касается игры первого звена, да, сегодня не хватило такой агрессии, потому что надо и первым, и вторым, и третьим звеньям добавить, то, чтобы, так скажем, прорываться к воротам, потому что соперник достаточно хорошо защищается. Предпоследний вопрос. Что скажете о большом количестве индивидуальных ошибок сегодня? Например, перед третьим голом там Науменко сделал пас сопернику, Мецел опрометчиво выкатился за ворота, к примеру, это. Team wins and team lose together. This is my opinion. Мое очень мнение простое. Команда и выигрывает вместе, и проигрывает вместе. От меня последний вопрос. Что вы сейчас сказали игрокам? Пытались ли вы их как-то подбодрить, успокоить, может быть, наоборот, разозлить перед следующей игрой? Как нужно вести себя тренером в таких ситуациях? Спасибо. Games, what did you say with the players in the room? That was the first game, and we continue Friday. Это был лишь первый матч, мы увидимся снова в пятницу. Можно вопрос задам? Руслан Васильев, Бизнес Онлайн. Томми, как поступите с Мецелу сейчас? Дадите ему отдохнуть, может быть, к домашней серии, или доверить ему и второй игре подряд. We have two really good goalies, like we saw during the season, and we have two good options, and we have now
2 days time to make decisions, so tomorrow and Friday. So we'll see. Посмотрим. У нас есть 2 полноценных дня, чтобы принять решение. Как я до этого прежде говорил, у нас в бригаде голкиперов оба вратаря прекрасно действуют, как в течение сезона это доказали, поэтому у нас есть время подумать и принять решение. Коллеги, у кого еще есть вопросы? Денис Тейпов, Горобзор.ру. Томми, ну, Салават Юлаев в плей-офф не входит даже в топ-10 по реализации большинства, сегодня и вовсе пропустили. На ваш взгляд, что идет не так при розыгрыше 5-4? What main problem in playing about playing with him, because that's not the best team, like not top 10 even. Not top 10 even in the power player team. So what do you think about during the playoffs? Yeah, yeah, during the playoffs. One need to change, maybe. Yeah, we'll see. We work with that and we try to help our players score some goals. So let's check the videos and talk with the boys and keep rocking. Мы, естественно, продолжим работу над нашим большинством. Что касается сегодняшнего матча, посмотрим видео, разберем момент вместе с игроками, обсудим и продолжим работу, естественно. Да, Томми, здравствуйте. Чемпионат Компа, Анушев Павел. Вы согласны, что забей Хохряков вот в первом вашем меньшинстве, когда вы 4-5 играли, когда забивал Кормье, то игра бы совсем по-другому сложилась? То есть вот этот момент, он во многом, наверное, стал одним из ключевых, если не ключевым вообще в игре. Спасибо. Whole game when Hrikov can score, could score in a first period, in a big game, was like a breakaway attack. So you think about this, maybe changing the whole yeah, game. Yeah, that's interesting thing because goal in this situation, if Piotr would score a goal, I think the whole story would be different. But that's a hockey and it's a momentum game and things. And momentum chasing and opponent score power play goal and hey, it's a small details makes difference. Как до этого говорил, маленькие детали делают разницу в таких сериях. И да, я с вами согласен, очень такой любопытный момент, потому что если бы Петр Хохряков смог забить, то игра могла пойти по совершенно другому сценарию. Однако здесь уже большинство использовало Акбарс, и как мы знаем, хоккей — это игра моментов, и все меняется очень быстро. Ну, если никто не задает, давайте я еще один добавлю. Последний. Да, точно. Что хорошего сегодня все-таки можете выделить в игре команды? Есть ли какой-то позитивный момент? Спасибо. Well, the last first one and our fourth line played really well, no penalties. Only first period one and of course the last one, but I think now we know what Akbars they have and we need to improve. Теперь самое главное, мы прекрасно представляем уже после этого матча на что способен Акбарс, что он себя представляет, как он выглядит, и еще отмечу, какому уровню мы должны быть готовы, что нам нужно улучшать свою игру, и плюс отмечу, что 4-й износ очень хорошо себя проявил, плюс было достаточно мало времени. В самом начале только удалили всех самкат. Спасибо, коллеги. Спасибо, Томми. Продолжим Дмитрия Павловича. Коллеги, мы продолжаем пресс-конференцию после первого матча серии «Красного Николая». Главный тренер «Красного» Дмитрий Вячеславович Портально. Он идет от того, что матч Дмитрий Вячеславович «Красного». Быстрая игра. Обоюдоострая. Я думаю, что зрителям она понравилась. Вот. Здорово, что повели в счете, в общем-то, это с этим соперником это очень важно. Вот. Но первая игра, в общем-то, здесь только все начинается. Спасибо, коллеги. Пожалуйста, ваш вопрос. Да, Дмитрий Вячеславович, здравствуйте. Чемпионат Компа, Анушев Павел. Скажите, пожалуйста, почему Фисенко сегодня пропустил матч? И в чем было смысл не заявлять Мёрфи и заявлять Рейда Борна, когда все равно играл Белялов сегодня? Спасибо. Почему Миш Фисенко не играл? Мы приняли решение идти другим составом. Также такой же вопрос и по Мёрфи. По Мёрфи.
в общем, тут вот так, как бы, но больше, в принципе, нечего добавить. Коллеги, еще вопросы? Денис Таипов, Горобзор.ру. Дмитрий Вячеславович, в этом году в зеленом дерби побеждают только хозяева. Это такое стечение обстоятельств или что-то меняется, когда одна из команд дома играет? Еще раз, не знаю, ну, то, что было в регулярном чемпионате, это регулярно здесь плей-офф, и мы, в общем, понимаем, с кем мы играем, как мы играем. То, что эти домашние игры, но еще раз говорю, если нужно и гостевые игры играть тоже. В общем-то, здесь вы считаете, я как бы это сейчас плей-офф начинается, и здесь нам не до этих подсчетов. Коллеги, еще вопросы? Руслан Васильев, бизнес-онлайн. Дмитрий Вячеславович, мы видели, что сегодня часто накладывали звено от Лукоянова на первую тройку финнов. С учетом того, что финны не забили сегодня, наверное, довольны их игрой, и действительно ли был план вот именно Лукоянова, Глухова выпускать против финнов? Да я не знаю, там, кто играл. Начали они, и иногда и другие ребята играли. Сегодня не могу, сегодня все справились, все сегодня играли хорошо. Но когда ты выигрываешь, всегда как бы что-то, может быть, пока вначале замыливается, потом смотришь, другие вещи всплывают. В общем-то, ну, все ребята старались, в общем-то. Хорошая команда, в общем, 4-5 не пропустили. Это, ну, они очень круто играют здесь, нет вопросов. В общем-то, тем более играли 4 на 6 практически 2 минуты они выстояли. И, в общем-то, здесь ключевое это было. Ну, так что так. Коллеги, у кого еще есть вопрос? Спасибо, Дмитрий Славович. Спасибо, коллеги. Напоминаю, что дальше в этой конференции продолжаем с игроками Акбарса. Владислав Картаев, нападающий хоккейный клуб «Салти Лайф». Владислав, прошу, начнем, наверное, с краткого комментария по матчу. Давайте. Ну, тяжелая игра была для нас. Вот, первые минуты, когда до удаления играли, вроде неплохо все было, складывалось для нас. Потом удаление, пропустили шайбу, рикошет. Вот. Потом вроде придерживались своей игры, пытались сравнять счет. Пропустили еще один нужный гол. Вот. Ну, я думаю, что будем придерживаться своей игры, разберем ошибки и посмотрим видео. Вот. Будем готовиться к следующей игре. Коллеги, прошу, пожалуйста, вопросы. Добрый вечер. Влад. Давай, Азамат. Хорошо. Добрый вечер. Азамат Шелуков, Медиа Корсеть. Позвольте, я начну. Первый вопрос. Томми Ламса сейчас на пресс-конференции сказал, что Салату Лайву сегодня не хватило агрессии. Согласны ли вы, в чем именно ее не хватило? Ну, да, я думаю, что нам нужно было агрессивнее и быть в борьбе, нужно было навязывать свою игру и больше наносить, ну, больше играть в тело, в них, вот, а мы как бы, ну, не всегда применяли, но не всегда шли в тело, как бы, из-за этого проигрывали борьбу часто, поэтому шайба оказывалась у них, они выигрывали больше борьбы, они владели больше шайбой. Сегодня 13:30 по выбрасываниям, ну, соответственно, Салават 13. Да. Что сегодня не так на точке? Связываете ли это с тем, что непосредственно после выбрасывания тоже не удавалось совершить подбор? Да, сбрасыванием сегодня была проблема со сбрасыванием. Мы очень мало выиграли. Вот. Это проблема, да. Конечно, когда выигрываешь сбрасывание, владеешь игрой. Ну, будем работать над этим компонентом. У нас сейчас серия только началась, будем готовиться.
предпоследний от меня вопрос. Есть ли у Салавата проблемы с концентрацией, либо какие-то позиционные ошибки? Потому что очень много потерь было совершено, и, соответственно, перехват Акбарсом. Ну, да нет, с концентрацией не было никаких проблем. Все понимают накал этой серии, вот, и настрой, как бы, у ребят у всех запредельный, всех, все хотят выйти и сыграть на победу. Вот. Да, было много потерь в своей зоне, но немножко нам, может быть, побыстрее нужно было действовать, и попроще в своей зоне нужно было сыграть, где-то не затягивать шайбы, где-то попроще через борт, может быть, выходить. Вот. И последний от меня вопрос. Поражение с достаточно крупным, тем более для плей-офф счетом, от принципиального соперника болельщиками воспринимается довольно-таки болезненно. Что вы можете им через интервью передать? Спасибо. Ну, конечно, не очень хороший счет для нас, и игра в целом сложилась, но хочу попросить болельщиков, чтобы они нас поддерживали, чтобы верили в нас. Вот, она, их поддержка нам очень нужна. Их поддержка и вера в нас. Вот. Да, Влад, добрый вечер. Чемпионат Компа, Анушев Павел. У меня вопрос к тебе по твоим микроматчам. Понятно, что сейчас командный результат превыше всего, но лично ты, у тебя уже две шайбы трактору, сегодня снова забил. И для игрока третьих-четвертых звеньев, у которых обычно немножко другая работа, там, да, больше отбиваться, играть в меньшинстве, да, ты играешь просто отлично и много забиваешь. С собой ты лично доволен вот своей игрой? Спасибо. Ну, всегда хочется играть лучше, и не всегда доволен я своей игрой. Ну, так получается, что где-то мне повезло, там где-то партнеры здорово сыграли, вот, и там отскочило, я забил. Это заслуга, опять же, всего звена, всех партнеров, не только моя. Добрый вечер. Владислав, в этом сезоне у вас было много проблем со здоровьем. Расскажите о том, как вы проводили концовку перед концовку регулярного чемпионата. Можно сказать, что где-то уже больше себя берегли и к плей-офф готовились? Ну, я вышел последние две игры в регулярке и сыграл. И я бы не сказал, что я себя где-то берег. Также выходил, ну, и играл, выполнял там задания, которые давали. Понятно, что большие паузы у меня были, и было, ну, реально было тяжело входить в этот игровой ритм. Там паузы получались по 2 недели, по 3 недели, но, ну, от травм никто не застрахован, и как бы тут ничто не поделаешь. Вот. Расскажите немножко о задачах вашего звена. Вот лично я слышал, что минимум креатива, если что-то сложное, то только через вброс, чтобы не ошибиться. Это так? Ну, бывает такое, что, допустим, если ты переиграл смену и тебя закрыли в своей зоне, то да, где-то нужно попроще сыграть, выйти из зоны и постараться переправить шайбу в чужую зону и смениться, да, и не пропустить гол. Но если ты свежий и у тебя есть силы, как бы, то почему бы и не пойти в атаку и что-то не создать? Как бы, ну, конечно, нам говорят больше, что там четвертое звено, что нужно от нас активности много, и чтобы мы играли в активный хоккей, чтобы мы бежали и, ну, забирали там эту шайбу у защитников, да. Но это не всегда получается. В той команде тоже есть такие ребята, вот, и они тоже выполняют такую установку. Поэтому когда-то это получается, когда-то нет. Коллеги, будут ли еще вопросы? Если нет, то большое спасибо всем за вопросы. Мы закончили. Спасибо большое.